Москва, 2 Сен, Эрспорт. Завершено расследование в отношении ямайских спринтеров Асафа Пауэлла и Шерон Симпсон, а также их тренера Кристофера Сюэриба, которые подозревались в применении запрещенных препаратов, сообщает АП. Ямайцы, в допинг-пробах которых обнаружен запрещенный стимулятор, тренировались на северо-востоке Италии, но покинули страну в 2013 году вместе со Сюэрибом после полицейской проверки, в результате которой в их вещах обнаружили допинг. Расследование, которое проводилось полицией Удины, должно было установить, нарушали ли спортсмены закон, запрещающий распространение стимуляторов. По словам шефа полиции Удины Антонио Писапия, единственным подозрительным препаратом среди вещей Сюэриба, Пауэлла и Симпсон был оксилофрин, который запрещен лишь в соревновательной практике, но не во время тренировок. 32-летний Пауэ, завоевавший золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4-100 метров, владел мировым рекордом на 100 дефис метровки с июня 2005 по май 2008 года. 31-летняя Симпсон является олимпийской чемпионкой в эстафете, также в ее активе 2 серебра игр. 32-летний 31-летняя.